Приветствую вас. Совершенно очевидно, что по какой-то причине ваше внимание фиксирует именно людей с таким именем. Совершенно очевидно, что два или три раза это было случайностью, то, что, ну, то, что произошло, да, вот. А потом вы уже стали на это обращать внимание, и подсознательно вы стремитесь именно к этому, да, к тому, чтобы вот у вас мужчины были как бы таким именем. Вот. Многое зависит от того, на самом деле, как вы расстались с молодым человеком своим, многое зависит от того, хорошо ли вы расстались с ним или нет. Потому что если вы расстались с ним плохо, если вы расстались с ним через ссору, к примеру, через скандал, к примеру, да, вот, то в таком случае, конечно же, вам будет видеться определенные моменты в других молодых людях. Это могут быть имена, это может быть еще что-то, вот, что-то, что так или иначе напоминает вам об этом человеке, вот, ну, о вашем молодом человеке, к примеру, там, допустим, бывшем, вот. И я бы сказал, что ответ на ваш вопрос, да, по поводу того, что это такое и как это вообще происходит, почему так, кроется в том, что для вас значит имя. Вот. То есть, вот, серьезно, что для вас означает имя, которое вам попадает, какие у вас ассоциации с этим именем. Если вы проанализируете для себя эти ассоциации, если вы проанализируете для себя свои чувства, которые вы испытываете так или иначе, вот, то я полагаю, что вы сможете определить в том числе и, значит, что это значит, то, что с вами происходит. Как психологи мы не особо верим, мы не особо считаем, что есть судьба, да, мы не особо отдаем предпочтение именно вот судьбе, потому что все-таки мы стремимся к научному толкованию того, что происходит, вот. Поэтому я полагаю, что, возможно, вы в некоторой степени были травмированы расставанием, да, и я предлагаю вам в первую очередь обратить внимание на это, да, то есть обратить внимание на причину расставания с молодым человеком. Из-за чего расстались, что он для вас значил,
молодой человек, вот, что вы для него начали, что он вам давал, как вы восприняли его потерю, вот. Потому что, если вы переживаете, к примеру, из-за расставания, вот, то это тоже может являться причиной, по которой вы видите мужчин только с этим именем. Вот. То есть, тут на самом деле необходимо разбираться, вот. Другое дело, что вы сами упомянули судьбу, вот, и здесь, конечно, есть изрядная доля мистификации. А она это совокупность сомнений и неудовлетворенности. И, соответственно, и сомнения, вот, и неудовлетворенность необходимо ликвидировать, вот, чтобы вы все-таки без лишней мистификации смотрели на мир. Вот. Ну и подумайте о смысле, то есть о том, для чего вам то, что сейчас происходит. Вот. То есть зачем вам то, что сейчас происходит. Какую вы пользу получаете от того, что происходит? Смысл? Совершенно очевидно, что вы играете в какую-то игру. Вот. А как известно, психологические игры защищает нас от близости, от духовной близости, вот. Поэтому, давайте поразмышляем, боитесь ли вы близости, если да, то почему вы боитесь близости? Чем она для вас страшна, к примеру? И так далее. Может быть, у вас есть какие-то неверные представления о ней. О близости, я имею в виду. Вот. Если это так, то и данный аспект тоже нужно будет корректировать. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.